Если вас пытаются критиковать, обесценивать, а может быть даже высмеять, то знайте, это не про вас, это про говорящего. Про вас то, что вы слышите, то, что вы принимаете. Что же говорят нам слова критикующего? На самом деле они говорят про его гордыню. Они могут говорить про его уязвимость, да, которую он пытается восполнить через вас. Они могут говорить о его низкой самооценке, которую он пытается поднять за ваш счет. Человек, который принимает себя, который в гармонии с собой и своими ценностями, он никогда не будет вас критиковать. Он может промолчать, может даже оказать поддержку, найти какие-то нужные слова, которые оставят что-то приятное и теплое в вашей душе, потому что он принимает этот мир и его несовершенство, и он позволяет вам быть тем, кем вы являетесь. Но что же с вами-то, друзья, да? Что же делать? Не позволять себе испытывать боль от слов гордеца, не позволять сомневаться в себе, слыша критику от человека, на самом деле глубоко уязвимого. Будьте собой, будьте естественны. Когда-то, нам когда-то внушили вот эту вот идею о нашей плохости, но это неправда. Мы каждый хорош в чем-то своем.